Траоре. Траоре, а у нас Антипенко на ударную позицию вышел, пока на этот момент показывали, просит передачу под Пипчука. Сейчас партнер 2-2. 2-2, как развернулась-то эта игра после удаления Радолфа, а? И как Антипенко сыграл полезно. Ну, просто фантастика. Второй раз в этом чемпионате Химки, вроде бы, во всем статьям уступая сопернику после первого тайма, во втором такие находят себе резервы, чтобы отыграться. Давайте посмотрим, что будет дальше, потому что был матч с Спартаком, помните, где Химки, пропустив первыми, потом себя в лучшем свете показали. Ну и игра в обороне Локомотива, конечно, Сенников проиграл один раз позицию, Антипенко второй, потом вся команда на ноги упала. А Сатиане, что в этом эпизоде делал, вообще непонятно. Вроде простая пауза, простое движение, но как все не у дела оказались-то, да? Основные защитники Локомотива, просто диву даешься. Айда Антипенко во втором тайме. Гол и голевая передача. Все спокойно, рассудительно и по делу.